На горячую линию Новой Одессы обратились жители Адмиральского проспекта. Многие годы дом 34Г обделен вниманием коммунальных работников, которые не торопятся выполнять свои прямые обязанности. Придомовая территория не убирается. Во втором подъезде много лет не проводились ремонтные работы. Но самая главная проблема дома – это крыша, которая регулярно протекает. От постоянной влаги в квартирах и подъезде осыпается штукатурка. Неоднократные обращения в различные инстанции на плачевную ситуацию дома так и не повлияли. Мы проживаем здесь с 1959 года, с июня месяца. Тогда, когда у нас только дом этот заселился. И вот за все это время никогда нашему дому, он 34Г, и, наверное, это в полном смысле этого слова, на нас никто не обращает внимания. Крыша наша тоже никуда. Вот мы живем на четвертом этаже. Вот мы и наши соседи. И все время без конца. То зять прибегает наверх, лазит, то муж ходит, подставляет, то тазики, то коробочки. Они, конечно, ремонтировали крышу. Старое вроде бы сбрасывали железо, но все равно сделано, в общем-то, некачественно. Корреспондент Новой Одессы посетил главного инженера коммунального сервиса «Черемушки» Владислава Распоровского и выяснил, когда они намерены обследовать кровлю дома. Что касается жалоб по кровле, ну, на сегодняшний день жалобы поступили, кровля не обследована. Значит, я думаю, что до конца недели мы обследуем, если действительно там есть какие-то проблемы, и необходимо большое количество материала, значит, будем закладывать в смету и получать материал, ремонтировать. Если нет, может быть, там какими-то малыми, как говорится, малыми кровью, можно будет этот ремонт произвести по месту. Новая Одесса следит за развитием событий. Обратиться на горячую линию Новой Одессы жителей 88-го дома по улице Филатова заставило плачевное состояние подвала. Со слов жильцов, не первый год из прогнивших канализационных труб стоки текут прямо под дом, что вызывает его проседание. Лет 5 или 7 это длится, но в последнее время вообще уже, конечно, канализация по колено. Вот сейчас буквально вот пошли мы туда, жильцы, посмотреть. Там упала труба воды и упала труба канализации, по колено вода, что даже нельзя подойти. После многочисленных обращений ЖКС таки отремонтировал некоторые трубы. Но, судя по всему, халатно. Спустя некоторое время они по-прежнему текут. Я лично ходила к начальнику ЖЭКа, был до этого старый, Сурков у нас. Они приходили, сказали, что отремонтируют, потому что я астматики, ну, просто умоляла их. Они, конечно, пришли, и что они сделали? Они взяли просто пластмассовые бутылки вместо заглушек канализации, сунули эти пластмассовые бутылки. А когда забивается канализация домовая, эти бутылки просто под давлением назад выбивает. И вот это они считают ремонт. Жители также настаивают. Усиливает проседание дома утечка воды из трубы, которая входит в домовой счетчик. Третий год течет вода при входе холодной воды, холодной трубы в дом под счетчиком. И сколько мы, куда мы не обращались, никто не реагирует. ЖЭК говорит, что это дело водоканала, а водоканал говорит, что это дело ЖЭКа. И мы не знаем, как решить эту проблему, потому что у нас уже начинает опускаться фундамент, появляются ямы под домом. Чтобы выяснить, когда ЖКС собирается отреагировать на проблему дома, корреспондент Новой Одессы вместе с жителями посетили главного инженера коммунального сервиса «Черемушки» Владислава Распоровского. Течет водопровод. Водопровод течет до задвижки со стороны улицы, вход в дом. Наше разграничение это до красной линии. То, что на улице, то, что до задвижки, это должен ремонтировать. Вот в дом должен ремонтировать горводопровод. Я сейчас разберусь, подавали ли мы заявку на горводопровод. Если подавали, значит, направим вторую. Если не подавали, направим заявочку, чтобы горводопровод приехал, отремонтировал выпуск. С канализацией на сегодняшний день проблем нет. После долгого разговора Владислав Распоровский предложил лично
выйти и осмотреть подвал дома. В пятой парадной струей вот все налилось уже, и там нельзя пройти. И течет вода под первой парадной, вот где уходит этот счетчик. Давайте так, я половину третьего подъеду сам, будьте на месте. Хорошо. В пятой парадной. Хорошо. Мы зайдем. А в первой парадной? Я вызвала специально журналиста по этому поводу. Специально ради вас зайдем и в первую, и во вторую. Хорошо. Не ради меня. Новая Одесса вернется к проблемному дому в ближайшее время и внимательно следит за развитием событий.